Народ по осени считают. В Донском регионе начинается пробная перепись населения. В этот раз предстоит отработать принципиально новый способ сбора информации. Самостоятельное заполнение переписных листов через интернет на едином портале госуслуг. Это существенно сократит расходы как на сбор статистических сведений, так и на их первичную обработку. Подробнее Вартан Сюнеджанс. Пробная перепись населения в России пройдет в два этапа. Однако дончан касается лишь первый, электронный. Он стартовал сегодня и продлится до 10 октября. В Ростовской области переписчики не будут ходить по домам. Участникам акции впервые предстоит самостоятельно заполнить анкету. Для этого с любого смартфона, либо с компьютера заходим на портал госуслуги. Здесь проходим авторизацию, и важно, чтобы ваша учетная запись имела статус «Подтвержденная». Дальше находим раздел «Пробная перепись на госуслугах». Открываем его. Выбираем «Получить услугу» и далее в анкете начинаем отвечать на вопросы. Они касаются жилищных условий, семьи, образования и источников своих доходов. Вопросы анкет почти не отличаются от тех, что использовались во время предыдущих кампаний. Если человек имеет подтвержденную учетную запись, то он может переписать всех членов семьи. В Министерстве информационных технологий и связи говорят о технической готовности к проведению общенационального мероприятия. Сегодня на портале госуслуг зарегистрировано практически 75% жителей Ростовской области старше 14 лет. Это более 2 миллионов 630 тысяч человек. А еще жителей успокаивают. Утечки информации не стоит опасаться. Учитывая наличие подтвержденной записи и те технологии, которые будут при обобщении материалов использоваться, будет обеспечено конфиденциальность в полном объеме. То есть эта уже информация будет защищена, как она только попадет в соответствующий подраздел портала государственных услуг. Согласно международным стандартам, перепись населения в России проходит один раз в 10 лет. Последняя в 2010-м. Теперь страна готовится к следующей, 2020 года. Во время пробной интернет-переписи специалисты намерены не только протестировать новые методы опроса, но и проверить нагрузку на портал госуслуг. Вартан Сюнеджанс, Евгений Карев, Анжелика Гаджиева, Олег Хачкинаев. Вести Дон.